Во-первых, потому что это долг каждого мужчины. А во-вторых, для себя, чтобы показать, что ты действительно предан своей родине, что ты действительно мужчина, и отслужить с честью и достоинством. Очень замечательно он сделал выбор, что пошел в ряды советской армии и выбрал нормальную себе дорогу. Год пройдет очень быстро и незаметно. Ну, а мы будем, конечно, ждать. Военный комиссариат Республики Бурятия за период весенней призывной кампании 2018 года предстоит направить к месту прохождения военной службы более 1000 человек. Граждане, имеющие высшее профессиональное образование либо среднее профессиональное образование, они имеют право выбрать службу по контракту взамен военной службы призыву. Единственный нюанс – заявление они должны подать заблаговременно до начала призывной кампании. Знаю, что вы из армии придете закаленными, сильными, настоящими мужчинами, настоящими защитниками нашего Отечества. Желаю вам хорошей службы, побольше армейских друзей, добрый путь. Настоящие патриоты своей страны, сегодня все вместе, в день, когда призывники отправляются...